Убедительная победа на выборах 18 сентября. Кандидат от партии «Единая Россия» Иван Демченко избран жителями Анапы, Темрюкского, Славянского, Абинского и Крымского районов. Удостоверение избранного депутата вручил в торжественной обстановке председатель Славянской территориальной избирательной комиссии. Иван Демченко ответил: «Этот документ – большая ответственность перед избирателями». Вы должны быть уверены во мне и рассчитывать на меня всегда. Я всегда работал в команде. И работа была слаженной, по крайней мере, по нашим районам, что касается особенно Славянска и Абинска. Я так думаю, что вам не будет, вы за меня не будете краснеть, а вам всем огромнейшее и вашим коллективам, и нашему населению огромнейшее спасибо за доверие. Анапа в круг избранного депутата вошла недавно, однако Иван Демченко успел показать себя человеком дела. Чтобы депутат Государственной Думы, действующий депутат Государственной Думы, знал фамилию, имя, отчество руководителя садика, школы на той территории, где он работает, это я, честно сказать, вижу в первый раз, и это показатель того, как вы относитесь к делу. Относитесь вы к делу очень ответственно. В целом Краснодарский край в Государственной Думе 7-го созыва будут представлять 17 человек.